Всем привет-привет! Вы на канале Вуд ГСН, канале, на котором каждый день есть что посмотреть по танкам. Стараюсь специально для вас и выкладываю по несколько видосов. Идут записи данного видео до того момента, как в игре начали раздавать подарки. Я уже успел записать обзор и выложить его на СМВ Вайпера. Для того, чтобы понимать, стоит ли вам открывать контейнеры на нее, просто перейдите по ссылочке в описании к данному видео и все про нее узнаете. Как я говорю, стараюсь специально для вас. Если вы хотите быть первым, кто узнает все новости и видит все анонсы, видит абсолютно честные обзоры на новые тачки, то подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик. Ну а в сегодняшнем видео поговорим с вами о подарках на день рождения Блица и наконец-то начали эти подарки раздавать. В зависимости от того, сколько лет вы в игре, у вас будет свой подарок. В моем случае это подарок за 9 лет присутствия в игре. Немножечко не дотягиваю до 10-летия на данном аккаунте. Ну и соответственно вынужден забирать себе подарочек уровнем ниже, хотя играю все-таки 10 годков в эту великолепную игру. Что у меня есть? У меня есть выбор Шкода Т-45, Action X или Кейлер. Понятное дело, что буду забирать себе Кейлера по одной простой причине, потому что за него компенсацию получу 3750, ну либо мог забрать Action X, потому что за него тоже сейчас компенсация 3750 голды, поскольку это уже коллекционные, а не премиумные восьмерки. Это я показывал сейчас для тех ребят, кто пропустил момент выбора танка и закрыл каким-то образом случайным окно. Не пугайтесь, ваш контейнер находится вот здесь в правом углу. Ну а теперь в отношении того, что еще можно забрать. Вы получаете себе контейнер с подарками, который приземляется вам в раздел «Разное». Этот контейнер тоже стоит открыть. В данном контейнере, в моем случае, я получаю себе 900 голды, 90 тысяч свободного опыта, забираю себе сертификат на целых 30 дней прем-аккаунта, аватарчик 9 лет побед, дальше несколько камуфляжиков и обвесик «Есть пробитие». Спасибо большое разработчикам за то, что дали всю эту халяву. И по моим подсчетам, у меня лично это получается 4650 золота. Я лично считаю, что как халява это просто мега круто. Пишите свои комментарии в отношении подарков на день рождения Блица. И помните, что халява это то, чему в зубы не смотрят. И будем говорить откровенно, когда вам дарят подарки на свой день рождения, это уже очень круто. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствие. Всем пока-пока.